В начале данного видеоролика хочу, ребята, к вашему вниманию представить увлекательный и крутой магазин по раздаче и продаже аккаунта в Blockstrike. Если вам надо аккаунт, то, ребята, обращайтесь именно сюда. Ссылочка есть снизу в описании. Но перед покупкой, ребята, все внимательно проверяйте, чтобы все было максимально честно. Ну что ж, а мы продолжаем. Лайк тайм. Прямо сейчас ты ставишь лайк. И завтра, с первого же секретного кейса, тебе выпадает Goodknife Dora. Так что не ленись и прямо сейчас ставь лайк. Ну а мы продолжаем. Надеюсь, ты поставил лайк и подписался. Все, давайте. Продолжаем дальше смотреть. Всем приветик, ребята! С вами я, Кента ПК, и я, как обычно, на проводе. И сегодня, ребята, я возвращаю былую рубрику под названием «Дуэли против подписчиков». Да-да, ребят, вам не послышалось. И именно сегодня наш пациент сказал, что он сын ТикТака, ребят. Ну, это просто жесть. Сын ТикТака, мать моя женщина. Ребят, вы знаете, что такое испанский стыд? Испанский стыд — это когда говорит он, а стыдно мне. Он еще сказал, что у него опыт игры в Blockstrike 5 лет. Вот смотрите, ребят, я вам сейчас покажу переписочку, дабы вы не думали, что я все это придумал. Смотрите. Пишет: я про, я 5 лет играю. Потом я говорю: го, сын ТикТак. Он пишет: да. Он пишет: ты создавай. Я говорю: сын ТикТак, создавай ты. То есть я, ребят, пару раз на этом акцентировал внимание, он не отказывал. Он мне сам написал, что он сын ТикТака. И, ребят, прямо сейчас мы посмотрим, как же хорошо играет сын ТикТака. Так, пароль 2123. 2123. Ну чё, ребят, поехали, поехали, поехали. Сейчас мы посмотрим, кто из нас двоих настоящий про. Играем, как обычно, ребят, до 10 на карте пул. Поехали. Ля-ля-ля, тополя, опа, 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 Америка, Европа. Сын ТикТака, 1-0, ты проигрываешь, чё-то вообще плохие дела. Так, а ну-ка. Блин, промахнулся, ну почти. 2-0, вот это, ребят, вот это красиво, вот это было красиво. Нормально, хорошо парень играет, сразу видно, ученик ТикТака. Не, ну если, ребят, честно, то мы все понимаем, что это фейк. То есть это фейк ТикТака. И за настоящего ТикТака я отомщу. Вот будешь знать, как врать, понял? Потому что ТикТак — это мой друг. И за него я, ребят, вы поняли, да? За друзей и двор стреляю в упор. Так, так, так. А где же этот сын ТикТака? Так, его тут нету, значит, он тут, а. Какой ты предсказуемый, я просто в шоке. 4-0. Это, ребята, тот человек, который играет 5 лет в Blockstrike, да, как он писал. Великий про, великий нагибатор, обзывал меня нубом. Да вы что, ребята, я просто в шоке. Вот это он про, конечно. Приветик, дружище. 5-0, я ору. Лол, что? Я просто не могу, чуваки, смотрите, он первого левела. Первый левел. И 5 лет играет в Blockstrike. Ребят, это просто сказочный балабол. 5 лет играет в Blockstrike. И опять он проиграл. 5 лет играет в Blockstrike, ребята. Первый левел. Вот это он врунишка. Я просто в шоке. Ну, народ, это тупо мега врунишка. Ну давай, ты где? Он пишет мне сейчас, прикиньте, знаете, что он мне пишет? Пишет: го ВК. 7-0, вот это он нуб. Я просто ору. Я такого вообще не ожидал. Это просто, ребята, знаете, такой мега поворот. Прям, знаете, как будто какой-то голливудский фильм. Он пишет: я проиграл. Давай, давай дальше дерись, что это как девочка. Пишет: го ВК. Еще напишу: нет, играем. Нет. Играем до 10. Какое ВК? Давай играй как настоящий мужик. Ну чё ты на меня бежишь с палкой? Ой, ребят, чё-то вообще парень сдает позиции, парень дает заднюю, пишет: го ВК, пишет: я уже проиграл. Давай до 10 доиграем, потом ты уже официально проиграешь. Так, где же он? А где же этот парниша? Так, так, так. Сейчас я к нему приду на базу. А его тут нету. Ой-ой-ой. Молодой человек, вы где? Выходите сюда, будем драться. Так, так, так.
Слушайте, а где он? Он что, вышел? Не... А, не, он... Ой-ой-ой, я видел! Блин, убил меня в крысу, это было некрасиво. Я просто, ребят, забыл, как закрыть менюшку, ну вы поняли, да, статистику. Потому что кнопка теперь сверху слева, а раньше она была тут снизу. Я забыл, и он меня убил из-за этого. Но ничего, сейчас, короче, ему наваляю. Ой, какой умный парень, какой умный парень! Я, ребята, просто в шоке. Запомните его ник, Razer BS. Знаете, кто он? Он не Razer BS, это Балабол BS. Потому что, ребят, таких балаболов я вообще никогда в жизни не видел. Ну как можно быть насколько врунишкой? 10-1, ребята, он проиграл! О май гад! Проигрывает он, а стыдно мне. Вот, даже не знаю, за чего это так, но это, ребята, было трешово. Кстати, народ, пожалуйста, поставьте лайк и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И, кстати, да, пацаны, если вы поставите лайк, то завтра под подушечкой вы найдете новенький iPhone 10. Я тоже раньше в это не верил, и это казалось правдой. Ой, я тоже раньше в это не верил, но потом когда-то нашел, ребят, под подушкой ключи от новой машины. Ну вы поняли, да? Так что, пацаны, лайк и подписка — это просто обязательно. Все, давайте, ребят, всех люблю, всем удачи. С вами был ваш Кент АПК. И всем пока.